У многих жителей Латвии прошло более 9 месяцев после завершения первого курса вакцинации. Эффективность прививки снизилась, заявил инфектолог больницы имени Страдани и профессор Латвийского университета Уга Думпис. По его словам, в больницу все чаще попадают привитые, но не ревакцинированные пациенты. Думпис призывает не откладывать бустерную вакцину. К нам поступает все больше пациентов в разных отделениях, не только в ковидных, которые вакцинированы два раза, а сейчас заразились коронавирусом. Чрезвычайно важно всем, кто планирует получить медицинские услуги, неважно плановые или острые, сделать бустерную вакцину. Она значительно уменьшает риски заболеть тяжело. Второе преимущество – уменьшается заболеваемость и передача вируса. Тем временем больницы разрабатывают сценарии и готовятся к наплыву пациентов, заявил в интервью «Утренней панораме» на латвийском телевидении председатель правления Рижской восточной клинической университетской больницы Иманс Пайглайтец. Сейчас здесь лечатся 200 пациентов с коронавирусом, 25 из которых в отделении интенсивной терапии. Но есть и хорошие новости. Кажется, прогноз сбылся. Число инфицированных очень быстро идет вверх, на 60-90% в предыдущей неделе. А вот то число пациентов, которые попадают в больницы, особенно с тяжелым течением болезни, так быстро не растет. В первую неделю года прирост был 30%, а на прошлой неделе рост остановился. Сейчас нагрузка на Рижскую восточную клиническую больницу составляет около 85%. Это считается высоким показателем.